Шакшука по-московски. Берем лук, помидор, болгарский перец, чеснок и траву. Все это мелко режем и обжариваем лук. Затем тушим вместе с луком перец и потом уже добавляем помидор. Начинаем это все обжаривать, пока не начнет густеть. Должно быть много воды, вот здесь мало, но воды надо будет добавить. Вот, по-московски, потому что с фрикадельками. Вот, вот трава и чеснок. Все это добавляем и дальше тушим. Траву можно после яиц добавить, но как бы не обязательно, как кому нравится. Вот уже много воды и все это потушилось, масса достаточно густая. Теперь сюда надо добавить яйца. Вот я тут дотушиваю, чтобы она вот... Добавляем яйца, можно посолить. И важно не дать яйцам полностью приготовиться. То есть белок должен побелеть, вот видно, как он тут белеет. Но не до конца не зажаривайте, потому что после того, как выключите, это еще будет доходить все. Вот такая красота получается. Приятного аппетита, это очень вкусное и классное блюдо. И оно древнее, должно зайти.